Здравствуйте, друзья, подруги. Меня все еще зовут Артур Эмферстфилл. Я музыкальный продюсер и вот еще стример, подкастер. Много всяких разных интересных роликов снимаю. Вы находитесь на канале Реакция Эмферстфилла. И сегодня мы будем слушать новый, точнее смотреть даже новый клип Кизару, который называется «Не две звездочки лань». Даже не знаю, что это может быть, честно говоря. Вот, хочется ознакомиться с новым треком Олега, более визуализации. Олег достаточно большую, весомую роль в русской музыкальной индустрии заставляет, и поэтому интерес к нему прям колоссальный. Что там будет? Давайте попробуем заценить. Let's go. Олег Кизару. Трек «Не еблань». Let's go. Ай-ай-ай-ай. Давай. Малышка первым говорит, что ты встал такую рань. Что? Я ответил ей, как есть малая, просто не еблань. Не еблань, не еблань, не еблань, не еблань. Я кружу по блоку, мэн, я собираю дань. Ковнул лямы, ищу лямы, ищу лям. Выпил фреш и зашел в тайский, заказал том-ям. Она хочет кушать, но очень вкусно, ням-ням. Потом доги стайл, трахнул ее сзади, бам-бам. Бам-бам. Хол, твой парень, он не блан. Хол, не предлагай мне наркоту, я бросил эту дрянь. Хол, никто нихуя мне не давал, пришел, забрался сам. Хол, заработал бэнк, ролл, поставил гэнг на пейрол. Я не знаю, что с ним этот парень, он агресс. Сука, я профессор, я надел на стек компресс. Все произошло из-за того, что он гнал беса. Он ушел из мира бешеный, без стресса. В моем пачке только сотки, не двадцаток. Если что-то захотел, готов с ними расстаться. Так, про кого R.I.P.? Если это про трапу, то интересно будет. Да, это Янг Трэп, нихуя. У них же был биф просто, значит. Ну, блядь, прикольно. Значит, человечность некая все равно присутствует. То есть у него был биф и с 163-м, и с Кизару. Но все такие, типа, несмотря на какие-то ранние обиды. Моя пачка только сотки, не двадцаток. Если что-то захотел, готов с ними расстаться. Сука, пил токсик, ему нужен коксик. Не снимаю трубку, мы на углу играем в кости. У меня есть мужа, суки, зовут меня Остин. Бегусь на боссе, мы забираем и не просим. Взял новые леды, эти камни, как гирлянды. Не, она не для меня, это хоу для банды. Так точно, мэн. Малышка рядом говорит, чё встал в такую рань. Бля, вот это, конечно, вокалист немного как будто не в кассу. Я ответил ей, как есть малая, не блань. Ла, просто прошу тебя. А кто на бэках? Не блань. Ла, просто прошу тебя, не блань. Ла, просто прошу тебя, не блань. Я кружу по блоку, мэны собирают дань. Я думал, кинул только один куплет, накинул второй. Этот бит так ебет, а он мне сильно зашел. Ну, бит пиздаты. Я полагал, ты на тус, а они все такие, воу. Я делаю культуру, бэй, я не делаю фрик-шоу. Чё ты знаешь о блоках и о тех, кто зависит? Мне пришел новый брик, бич, значит я бизнес. Я скидываю. Чё ты надо, бэй, у меня есть любые капризы. Любые, взял зазы у Лёхи, и я взял частяк у Ларисы. Частяк, мэн. Ты работаешь сверхурочно, что ты скажешь мне, детка? What? Меня не видно на радаре, появляюсь там редко. Hey. Стою на своем и на своих двух крепко. Hey. Я сам по себе, hey. Их как сплошная, бля, кепка. Продолжает колить, What? Я продолжаю. Боли. Малыш, лучше замолчи, не надо со мной спорить. Ром, хард, шейдс, я еду брать же вэгон. Куплю недвижку где угодно, нахуй ипотеку. Вынес им всю хату, я okay. Вынес всю аптеку. Слопнул их по фейсу, теперь они должны Олегу. И да, им обедки, они поднимают с пола. Оставь свой бэби-щит для кого-то, бля, другого. Малышка рядом говорит, чё встал в такую рань. Я ответил ей, как есть малая. Блять! Ла, просто прошу тебя, не блань. Эй! Ла, просто прошу тебя, не блань. Эй! Ла, просто прошу тебя, не блань. Эй! Бог у меня собирает дань. Блять, ну чё, прикольный клипец, по-моему. Ну, в плане стритуха обычная, типа, но, бля, какой же Кизару, блядь, всё-таки, каким бы он, да, там, многим людям не казался, он всё-таки вайбовый тип. Реально, Кизару как будто пытался трек для ТикТока сделать. Да хуй знает, типа, я не думаю, что Олег из тех типов, который такой, сейчас сделаю трек для ТикТока, реально. Ну, блядь, такой,
Расслабленный человый тречик от Кизару. Вайб в этом какой-то присутствует. И угары в целом какие-то тоже есть. Особенно вот этот «Малая не еблать». Бля, охуенно, пиздец. Вот знаешь, что такое ТикТок? Наверняка, у него же много денег оттуда теперь пришло. Я думаю, что он не будет этим пренебрегать. Вот. Блять, ну, хуй знает. Хуй знает. Типа, в целом... Кизару, как всегда, прекрасен. То есть я смотрю на Кизару, и у меня вообще никаких вопросов не возникает. Это Олег, и он как бы, ну, такой. И вайб в этом стопудово какой-то присутствует. Ну, конечно, бля, вокалист этот. Бля, очень-очень. Ладно, все, я забираю все свои слова назад. Это вайбово. Хорошо, мне понравилось. Окей, все. Кизару, как всегда, типа, респект. Ничего, кроме респекта, не испытываю к этому человеку.